США инвестируют и поддерживают вынужденных переселенцев в Азербайджане. Такое заявление 20 июня во Всемирный день беженцев сделал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер. Впервые в истории число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований, недавно превысило 100 миллионов человек. Это составляет более 1% населения мира. Только в этом году в Украине война привела к перемещению 8 миллионов человек, а более 6,8 миллиона человек покинули страну в качестве беженцев, заявил посол. В Азербайджане многим слишком хорошо известны страдания лиц, перемещенных в результате конфликта, и проблемы, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица. США – единственная страна, которая больше всех оказывает гуманитарную помощь нуждающимся в поддержке людям, в том числе беженцам, жертвам конфликта, вынужденным переселениям, лицам без гражданства и мигрантам из уязвимых групп. Кроме того, с 1975 года США лидируют в мире по числу принятых в страну беженцев свыше 3,5 миллиона. Здесь, в Азербайджане, более 10 лет мы вкладываем инвестиции и поддерживаем общину вынужденных переселенцев посредством программ по изучению английского языка и мер развития агентства США по международному развитию. На фоне работ по переселению мы продолжаем поддерживать данную общину, и эта работа представляет еще большую важность, говорится в обращении. Глава американской дипмиссии в Азербайджане подчеркнул, что США поддерживают право добровольного возвращения всех беженцев и вынужденных переселенцев в места их бывшего проживания. Литценбергер напомнил, что с 1992 года США предоставили финансовую помощь внутренне перемещенным лицам в Азербайджане в размере более 125 миллионов долларов США и по-прежнему привержены поддержке этого сообщества, в том числе и адресную помощь детям, который охватывает строительство и ремонт школ, программы развития молодежи и обучение английскому языку вынужденных переселенцев. В заключение он выразил надежду, что защита и поддержка беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от трагедии, будет продолжаться и впредь.